В Красноярске прямо на вызове сбили фельдшера скорой помощи. По данным следователя, все произошло накануне около 6 часов вечера. Вызов поступил из Свердловского района с улицы Ключевской. Там в одном из общежитий женщина получила ножевое ранение. Когда бригада медиков приехала к ней на помощь, выяснилось, что пострадавшая, у которой было порезано плечо, пьяна. Вместе с ней в комнате находились еще 5 человек. Они провоцировали конфликт, но даже несмотря на это, пациентке все-таки помогли. Она этого не оценила и несколько раз ударила женщину фельдшера скорой. Немотивированная агрессия, алкогольное опьянение, не знаю, там снимали на телефон, угрожали. Попыталась удалиться с места, но ее догнали. Ну и вот получилось так, что отобрали телефон, начали его разбивать. Ну, а после этого нанесли удары по голове, наносила удары руками и ногами. То есть там преимущественно травмы получила наша фельдшер головы. Там серьезные травмы присутствуют, разрыв барабанной перепонки. Вопрос стоит о том, все ли в порядке со слухом будет. Медики доставили ее в больницу, ей оказана была медицинская помощь. Сейчас она находится дома на амбулаторном лечении. Насколько я знаю, пострадала она достаточно серьезно. По крайней мере, сегодня ей трудно даже говорить по телефону. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка. В настоящее время опрашиваются свидетели конфликта, медицинские работники, устанавливаются сами участники конфликта.